Мы приехали на Пять углов не случайно, ведь именно здесь, в моем детстве, проходила рыбная ярмарка, на которой продавалась та самая народная рыбка. Сейчас мы поинтересуемся у людей, ждут ли они возвращения мойвы на прилавке магазинов. Ждем, конечно. Ваши слова, да богу, уши. А какой-нибудь рецепт есть у вас фирменный приготовления мойвы? Приготовление? А так, кстати, фирменная была, она жареная и всякая разная была. Самая лучшая была закуска вот. Нравится мойва, конечно, но она очень дорогая. Немножко водичкой притушить лук и под крышечку. Ну, вообще, люблю чисто классический рецепт, жареную. Ну, можно ее и на сковородке потушить с майонезиком, и по-разному, в общем. Я обыкновенно делаю, как все хозяйки, по-моему, самый лучший. Мурманчане по мойве соскучились. Когда точно рыбку можно будет купить в магазине за углом, неизвестно. Но первое транспортное судно «Арктик Спирит» с вкусным грузом уже прибыло в порт Мурманска. На промысле капитан Назин судно выловило 2000 тонн. Транспорт подошел прямо на промысле к нему. И с борта судна рыбака на транспорт была перегрузка силами экипажей. И затем это судно пришло к нам. Замороженную мойву перегружали брикетами с борта на борт. Всего 2320 тонн народной рыбки, но это только начало. Квота российским рыбакам в этом году дана на 28 тысяч тонн. Это почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Поэтому эксперты уверены, что проблем со сбытом возникнуть не должно. Когда я был помоложе, мойва у нас была, как сказать, как доширак сейчас для молодежи. По 7 копеек килограмм стоил. Это было, сказать, завтрак и обед для курсантов. Рыбу полностью выгрузят с судна «Арктик Спирит» уже к воскресенью. Затем обязательный этап – проверка ветеринарного контроля. Планируется, что мойва будет продаваться на ярмарке «Наша рыба» уже в марте. Однако спрогнозировать розничную цену пока сложно. Анастасия Семенова, Борис Савельев, ТВ 21+.